Фермеры терпят убытки из-за резкого похолодания. Сейчас мы находимся на помидорном поле близ Бишкека. И поле сейчас полностью засыпано снегом. Дело в том, что сегодня ночью температура воздуха опустилась ниже 0 градусов. И помидоры, не успев созреть, вот, посмотрите, помидор еще зеленый, они замерзли. Фермеры, пытаясь спасти остатки урожая, накрывают его вот такой вот пленкой. Давайте, снимайте быстрее. Надо поторопиться, пока снег, надо скорее все накрыть. Если хорошо плотно накроем, то помидоры согреются. Как потеплеет, откроем снова. В прошлом году мы так не делали, были просто дожди. Садагалы Ибраимов занимается земледелием уже почти 10 лет. В этом году он арендовал 2 гектара земли и посадил томаты. Но урожай до сих пор собрать еще не удалось. Фермер говорит, что обычно поздней осенью урожай был полностью собран и доход получался приличным. Однако в этом году усилия Садагалы могут оказаться потраченными впустую. Овощи из-за заморозков могут пропасть. Фермер сейчас изо всех сил пытается спасти хотя бы часть урожая. Первый урожай съели черви, второй думал созреет и хорошим получится, но теперь и его надо будет спасать. Так рано снег еще никогда не шел, и теперь я уже точно могу сказать, что урожай в этом году плохой. Но хотя бы цена в этот раз будет нормальной, буду стараться хоть что-то заработать. Маналы Абдыкапаров успел накрыть пленкой только половину своего поля. На вторую половину просто не хватило денег. Фермер признается, что на рассаду ушло 25 тысяч сомов, на все остальное – порядка 300 тысяч. Но если раньше фермер продавал урожай и выходил в прибыль, то сейчас он может остаться с пустыми руками. Маналы Абдыкапаров говорит, что сильно расстроен тем, что его усилия в этом году становятся напрасны. Посмотрите, уже все замерзло. Посмотрите на эти зеленые помидоры. Какая с них польза будет? Они уже пропали. Сейчас помидоры, может, и выглядят нормально, но как солнце выходит, как становится теплее, помидоры становятся мокрыми и слизкими. Я звонил в МЧС, они мне говорили, что снег будет только в горах. Но сами посмотрите, поле все в снегу. Фермеры говорят, что сейчас абсолютно у всех, независимо от места расположения, цель одна – спасти свой урожай. Ведь если температура воздуха упадет ниже 2 градусов в мороза, то даже пленка не сможет уберечь урожай от полного вымерзания. Елисей Кирпиченко, Акзат Тюлеев, НТС.